Всем привет, меня зовут Стас, и это компания SoftClub. Итак, сегодня я решил рассказать за приложение Dragon Dictation. Значит, это приложение позволяет вам надиктовывать тексты и отправлять его сразу по сообщению, либо же по почте. По поводу геолокации я, естественно, разрешил, вы по желанию. То есть здесь на самом деле на усмотрение. И выбираете тот язык, которым вы хотите пользоваться. Далее, разрешить доступ к контактам тоже по желанию, лично я разрешаю. Итак, если вы выбираете, к примеру, ваше приложение, да, вы нажимаете на кнопочку красненькую для того, чтобы надиктовать текст. Итак, давайте проверим. Привет, как дела? И просто дотрагивайтесь до экрана для того, чтобы вы, как говорится, смогли завершить фразу. Вот. Обратите внимание, определяет текст он достаточно четко. То есть, во-первых, и приложение работает только через интернет. Я думаю, что понятно почему. Вот. Дабы иметь огромный доступ к базе данных. Вот. И, конечно же, вы можете надиктовать огромное количество текста. То есть, и чем занимаешься, и там, ну, полноценно писать сообщение. Далее вы можете вызвать клавиатуру и изменить текст, если вы где-то, не дай бог, ошиблись, вот, либо же просто добавить или исправить. Также клавиша плюсик позволяет сделать заново запись. Привет, как дела? Вот, с помощью корзинки вы можете удалить, с помощью данной стрелочки вы можете отправить это по почте. Вот данное сообщение, да, то есть по сути, которое вы надиктовали, либо вырезать, либо скопировать, отправить по Фейсбуку, по Твиттеру и, конечно же, перейти в настройки и, например, поставить галочку, чтобы оно автоматически распознавало ваше окончание речи, да, и, конечно же, социальные сети вы здесь тоже сможете добавить. Все заметки будут, обратить внимание, сохраняться вот здесь, просто свайпом вы их сможете удалять, то есть это не является никакой абсолютно проблемой. Ну вот, ну а через кнопочку I вы можете выбрать, прочитать, да, более подробные, как говорится, советы по данному приложению. Приложение бесплатное, достаточно симпатичное, поэтому для iPad вы его вполне можете оставить. Я в дальнейшем расскажу приложение чуть-чуть лучше в этом же диапазоне. Вот, но опять же таки рекомендую вам хотя бы этим приложением попользоваться, да, и написать в комментариях, что вы об этом думаете. И, конечно же, спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до скорых встреч. Не забываем подписываться на наши подкасты, на наш Twitter, чтобы получать свои временное уведомление, посещать наш сайт и ставить лайки, оставлять комментарии. Всего вам доброго и до скорых встреч!